Мої вітання, мене звати Світлана Пензова, і лайв-студія повертається до вас. І далі про випадок, що стався в Одеському аеропорту. Командир повітряного судна авіакомпанії Fly Dubai, приземлившись на нову злітно-посадкову смугу, заявив про те, що його не влаштовує ширина магістральної рульової доріжки і відмовився кермувати по ній по перону. Екіпаж заявив, що далі рухатися не зможе через невідповідність ширини рульової доріжки правилам авіакомпанії. І з нами на прямому зв'язку авіаексперт Вадим Громов. Ми вітаємо вас, Вадиме. Доброго дня. Добрий день, студія. Так, і звісно, попросимо вас надати фаховий коментар тому інциденту, що стався учора в Одеському аеропорту. Еще раз добрый день, студия. Во-первых, давайте посмотрим на авиакомпанию, да, авиакомпания, что такое Fly Dubai. То есть, действительно, это очень мощнейший авиаперевозчик, который базируется в самом городе Дубай, и, понятно, летный состав, который приписан самолет к этому, так сказать, авиационному узлу, выглядит совсем по-другому, и, соответственно, будем говорить, экипаж столкнулся с тем, с чем наверняка нигде, может быть, и не сталкивался. То есть вот с такой контрастностью рулежных дорожек, будем говорить, здесь работы ведутся, здесь можно, здесь нельзя. И, конечно же, получился вот такой вот ступор, и он принял решение, что вот так ему, так сказать, видно эта ширина как бы полосы. Знаете, некоторые в сетях я вот смотрел, различные комментарии, кто-то высмеивал этот экипаж, вот рядом самолет Skyab якобы выруливал нормально, а этот не может, потому что он вроде бы не чувствует эту ширину полосы. Ну, к ширине полосы мы сейчас не будем ее как бы затрагивать, это нужно смотреть действительно проектное решение, если это так оно и было, то может быть она это так и останется уже, никто ее увеличивать как бы не будет. Сама ситуация заключается в следующем, что самолет, приземляясь на новую полосу, видит вот эти изменения, то есть светлые полотна нового и темного, старого, по которым действительно приходится, так сказать, выруливать, проруливать, и это немножко сбивает и вносит такой хаос при рулении непосредственно самого самолета. Да, конечно, экипаж всегда переживает за безопасность полетов, как в воздухе, безусловно, это гражданский аэропорт, это не военный аэродром, где военная база, можно видеть все. И, конечно же, это внесло, так сказать, вот такие дискрекцию в глазах, то, что увидел как бы сам экипаж. Понятно, что по-разному можно сейчас это размышлять и говорить в его как бы сторону, но прежде всего надо уважать этого авиаперевозчика, что он сюда прилетает, потому что компания Fly Dubai действительно осуществляет перевозки ценных пассажиров, туристов наших себе как бы и обратно. И, конечно же, если мы будем, так сказать, такими вот комментариями выбрасываться, то она может пересмотреть вообще точку и временно, пока мы не закончим аэропорт в целом, может изменить, так сказать, свое место прилета, например, в Киев. То есть пассажиры, которые привыкли вылетать из Одессы, они будут просто вылетать из Киева, из того же Борисполя, и что, так сказать, создаст определенные как бы неудобства. Поэтому я бы сказал, что нужно быть очень уважительным к мнению с любого члена экипажа, который прилетает к нам, потому что они видят действительно не за неоконченную, так сказать, наземные сооружения в целом. И, конечно, это вносит вот такие вот как бы коррективы. Ширина полосы, это не будем сейчас ее затрагивать, потому что, ну да, рядом сзади выруливал самолет Skyab, который стоял, ждал, и ему как бы полосы, как говорят, хватало. Этому не хватает. Конечно же, в Дубае, чтобы вы понимали, ширина взлетки, ширина самой полосы, все намного шире. Они практически не видят никакого грунта, то есть у них все бетон. Бетон везде, как говорится, ночью подсвеченный, как гирлянда. Они не привыкли видеть вот такую ширину полосы, потому что из-за чего он мог, так сказать, себе сказать. Это не означает, что у нас ширина маленькая. Она просто у нас, называется, сделана по минимуму норм. То есть вот есть норм, нормативный размер, есть минимальная ширина этой рулежки, ее и сделали. В Дубаях нет сочетания такого, и они, так сказать, это сделали, делают по максимуму и практически все, так сказать, в бетоне полностью. И поэтому, конечно же, может быть, экипаж прилетел впервые сюда, увидел это все и, будем говорить, немножко внесло его, так сказать, вот такую формальность, которая, ну, немножко его
я бы сказал, не напугало, он насторожился, потому что, как правило, да, действительно, на сайте аэропорта написано, что есть какие-то ограничения, что полоса такая-то находится уже в ремонте, которая была старая, новая принимает, по этим дорожкам рулежным можно рулить, по этим как бы нельзя. Плюс то, что мы говорим сейчас, пока аэропорт не принимает еще ради, так сказать, в инструментальном режиме посадки, это радиолокационное обеспечение свое, при условиях плохой видимости, но самолеты к нам летают, поэтому нужно, так сказать, с приветствием относиться ко всем тем зарубежным авиакомпаниям, которые все-таки прилетают к нам в эту непростую ситуацию, где, так сказать, еще аэропорт не закончен. Если так рассмотреть, пока в Украине, то это единственный аэропорт, и который, так сказать, у нас другого варианта просто нет. Мы не можем остановить этот аэропорт, потому что это пока единственный аэропорт на морском побережье, он должен работать. И поэтому такая ситуация, так сказать, мы изыскиваем и строительные работы продолжения, и в том числе и авиационную деятельность. Но некоторые экипажи, возможно, уже те, кто были, будем говорить, они уже привыкли к этому визуально, то те, кто, будем говорить, почему, может быть, возможно, проявилось это с Flydubai, потому что, повторюсь, они видят совсем другие, так сказать, ширину у себя и в других аэропортах, совсем другую, так сказать, иллюминацию, хотя они прилетели днем, но это их напугало даже и днем. Да, поэтому плюс, вот, так, і такий момент, що повідомляється, через інцидент близько 400 пасажирів були змушені чекати в салонах літаків, а РНР не зміг вчасно вилетіти до місця призначення, до польського міста, і затримка склала близько 40 хвилин. Ось на вашу думку, все ж, чи понесе певні репутаційні мінуси Одеський аеропорт? Если, так сказать, отнестись ко всем пассажирам с пониманием, то, в принципе, может понести такие репутации. Ну, как понести? Мы и так несем репутацию, что мы работаем и в совсем незаконченном, как бы, формате. Да? То есть нужно закончить аэропорт в целом, чтобы этого не происходило. Нужно закончить там эти радиационные обеспечения. Нужно закончить, может быть, то, что говорили, там ливневки справляются, не справляются. Может, их еще не закончили, надо сделать. То есть эта репутация, дело не в одном рейсе Ryanair. То есть, будем говорить, все авиакомпании, которые сейчас к нам прилетают, тот же Ryanair, тот же Flydubai, который мы сейчас сравним, это международные наши, так сказать, авиакомпании. А Skyap мы говорить не будем, потому что они по протоколу национальные автоматически, и они будут летать, и куда они денутся. Да? То этих надо приглашать, уговаривать и показывать им неплохие условия. Да, мы встречаем их хорошей полосой, видите, да, то есть она новая, но рулежные дорожки пока что привыкают. То есть здесь, ну, будем говорить, это не является таким большим, как бы, инцидентом, просто на языке авиаторов с пониманием отнестись пока на время проведения вот таких вот работ. Конечно же, это будет продолжаться ухудшающий фактор, если этот аэропорт будем долго строить, и вот это будет происходить по каким-то совокупности факторов, например, не дай бог прошел опять такой же дождь, вода, опять что-то там с шириной не то, или же, называется, перешли ситуацию, там пойдут туманы, не успели запустить радиационное обеспечение, вот тогда мы будем терять свой вот этот вот рейтинг. То есть здесь это, знаете, как называется, ну, легкие недопонимания вот среди авиаторов, это не является той проблемой, которая может, но с уважением надо отнестись, не ругать того же, тот же экипаж, и не с пониманием относиться к компании Flydubai в целом, потому что они просто могут отказаться от самого места, куда они прилетают. То есть скажут, мы согласны летать в Украину, но, например, только в Киев, потому что там нам все понятно, здесь мы не хотим. Поэтому всего лишь нужно вот этот фактор понимать именно взаимодействие и непосредственно нормального человеческого, как бы, отношения как авиационных коллег в целом. Ryanair, Flydubai, наши Skyap. Понятно, повторюсь, наши уже привыкли авиакомпании, МАУ, Skyap, они все дома, они тогда Одесский аэропорт уже изучили по протоколу, то те, кто впервые сюда прилетает, бывает, возможно, этот экипаж не прилетал или будут такие еще, им придется привыкать, потому что, поймите правильно, полоса новая работает, а много чего непонятностей и много ограничений, к которым приходится привыкать, и все в процессе руления, поэтому он и остановился. Ничего ж плохого нет. Нет, надо было, что ли, вырулить и куда-то погрязнуть в грунтовое болото, ну, так мы называем, да, и потом его вытаскивать домкратер. Это бы застопорило бы еще больше аэропорт. То здесь, ну, будем говорить, ничего такого страшного нет, и, конечно же, просто, знаете, как говорится, не хотелось бы, чтобы какими-то комментариями засыпали бы саму авиакомпанию, которая, спасибо ей, что она прилетает к нам в Украину и забирает наших же пассажиров, туристов, а это только туристы, и везет, потому что локация, соединяющая Одессу с Арабскими Эмиратами, это компания Flydubai, поэтому с ней надо относиться к очень сильным, как бы, уважением. Да, иногда летали Skyap,
получается иногда мало, но мало сейчас как бы не совсем создает такие как бы мощностные нагрузки из-за уменьшения как бы парка, ну и как бы в целом из ограничений там облет и Ирана и все остальное, то есть это осталось, то компания Fly Dubai, учитывая все вот эти вот формальности, продолжает к нам летать, и это только надо приветствовать. Поэтому извиняюсь, что так долго. Здесь, так, мы вас почули, Вадиме. С нашей стороны только, чтобы быстрее закончилась вот эта строительная готовность аэропорта, и тогда все вместе будем радоваться, потому что потом долго мы не сможем друг друга уговаривать, почему так произошло, повторяюсь, студія. Вадиме, ми вам дуже вдячні за фаховий коментар, почули роз'яснення. Вадим Громов, авіаексперт, нагадаю, пілот авіакомпанії Fly Dubai відмовився кермувати по рульовій доріжці Одеського аеропорту, нібито через невідповідність ширини рульової доріжки правилам авіакомпанії. І почули коментар експерта, чому саме так сталося, ну і, власне, що далі. А далі ефір продовжить моя колега Ольга Голодова, і тема буде освітянська, яка саме розкаже безпосередньо вона. Я вітаю тебе, Олю. Вітаю, Світлана, дякую тобі за твій інформаційний блок. Так, будемо далі говорити про те, що для учнів перших четвертих класів змінять систему, вже змінили систему оцінювання, будуть букви замість балів. Про це замить, дочекайтесь.